По приглашению отца Кыргызстан посетил Марсель Мориц, старший преподаватель публичного права в университете Лилля, Франция, руководитель магистерской программы в области цифрового права и заместитель декана по международным отношениям. Гость прочел лекцию о росте электронной демократии и ее влиянии на общество, политику и развитие государств. Тема была «Как укрепить электронную демократию в нашей повседневной жизни?». Речь шла о защите от информационного пузыря, как получить настоящий плюрализм информации в интернете. Самое главное в технологиях знать, что они никогда не бывают хорошими или плохими, и вы не можете быть отделены от них. Это трудно. Вы должны использовать их, зная, каковы риски на самом деле. Марсель Мориц отмечает, что эти технологии достигли такого уровня, что интернет-сообщества могут оказывать существенное влияние на политические процессы и решения, принимаемые элитами. Электронная демократия может иметь различные проявления, и контролировать эти процессы практически невозможно. Поэтому граждане должны очень ответственно подходить к процессам, которые протекают в интернет-пространстве. Конечно, вы не можете быть в стороне от технологий. В таком случае необходимо критическое мышление. Просто знать, что означают личные данные, как эти данные используются и каковы риски с точки зрения плюрализма. Далеко не все, что появляется в интернете, полезно. Возможности современных технологий используются в совершенно разных целях. С одной стороны, это важно для обмена профессиональной информацией и получения новостей. Но в то же время нельзя забывать о фейках, которые могут быть использованы для манипуляции общественным мнением. Любой пользователь социальных сетей должен обладать электронной грамотностью, и просвещению населения в этих вопросах нужно уделять больше внимания.